просто вот тихонечко еду. Вот просто в самый снег заезжаю. Где еще не накатано. Просто еду тихонечко. Резина огонь. Первый раз такую вот резину вижу. Вот посмотрите, видите? Высоту сугроба. Здравствуйте, подписчики. Делал видео по резине Виатти. Сейчас купил вот такую вот новую резину Кумхо. А почему Кумхо? Потому что ездил на Ладе Гранте на такой резине, и резина довольно себя хорошо показала. Вот так, вот эта резина не гудит, очень мягкая, хорошая проходимость в снег. Посмотрите, как у нее расположены шипы. То есть не просто по бокам здесь, а они сделаны в разброс. Резина очень мягкая. На что стоит обратить внимание, это чтобы резина была этого года, в котором вы покупаете. Вот здесь она 2020 года, 18 неделя 2020 года. Резина 195 на 60 R15. Заказывал я ее 74 колеса. На их сайте заказал, через 4 дня пришла резина, пакетики у них бесплатно. Сейчас будем ставить колеса и будем ездить пробовать. После Виатти, наверное, будет вообще тишина. И хочу сказать, ездил на такой резине на Ладе Гранте. После зимы поставил летнюю резину заводскую Каму. И у меня шум был как на этой Виатти. То есть это настолько мягкая резина, бесшумная. Так что будем пробовать. Если будете ставить такую резину, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Ребята, смотрите, как едет резина Кумхо. Просто вот тихонечко еду. Даже на педаль не жму. Смотрите. Да.
в самый снег заезжаю. Вот сюда вот. Видите, где еще не накатано? Просто еду тихонечко. Резина огонь. Первый раз такую вот резину вижу. Сейчас посмотрим следы. Где проехал? Не в колее. Вот, видите? Резина вообще огонь. Сейчас развернемся назад. Видите, тут тоже заезжал не по накатанной. Вот посмотрите, видите? Высоту сугроба. Даже задевает днищем, скребет. Видите то, что днищем проскребла. Но она все равно едет. Сейчас проедем вот по этой, где наскребло днищем. Видите, я по ней прямо еду. Сюда в горочку уже не смог забраться. Просто даже не газовал. Сейчас возьмем разгончик побольше. Сейчас мы все равно туда заедем. Обалдеть! Вот это гребет! Просто офигеть! Вот это резина!